Сегодня филиал «Синергии» в Карачаево-Черкесии празднует 30-летие. В зале Государственной филармонии собрались руководители учебных заведений, преподаватели университета, студенты, выпускники, ветераны и друзья вуза. Пришел поздравить юбиляров глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. С торжества Альбина Ламкова. Встречи, объятия, улыбки и разговоры, а еще много цветов. А фотографии, установленные в холле филармонии, отображали самые важные моменты жизни вуза. Выпускники филиала «Синергии» в Карачаево-Черкесии встретились с бывшими однокурсниками и преподавателями, которых не видели много времени. И, конечно же, делали памятные фотографии. Концертный зал заполнялся зрителями. Все с нетерпением ждали начала программы. 4000 специалистов подготовил вуз за 30 лет работы. Многие из них работают на ключевых и высоких постах на благо нашей республики. В числе выпускников филиала глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Учебного заведения 30 лет – это довольно небольшой срок, но ваше учреждение успело зарекомендовать себя исключительно с хорошей стороны. И как говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, главный золотой запас России – это люди. Да, именно люди, их глубокие познания и качественное образование и стремление к лучшему залог успешного развития государства. От всей души желаю коллективу учебного заведения, студентам филиала, а также тем преподавателям, которые стояли у истоков работы учебного заведения, крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и новых вершин. Гости праздника отметили высокий профессионализм и качество подготовки специалистов, которыми так гордится вуз. Уважаемый Ильич, очень благодарны за высокую оценку наших трудов. Желаем всем здоровья. Директор филиала «Синергии» в Карачаево-Черкесии, доктор психологических наук Любовь Абрекова, отметила, что за годы деятельности вуз сумел обрести хорошую репутацию в республике и вносит весомый вклад в развитие образования региона в целом. Рассказала, как вуз создавали и развивали, подчеркнула те или иные достижения и свершения, которые институт достиг за 30 лет. Мне, как директору филиала «Университет Синергии», очень приятно видеть здесь, в зале, выпускников наших. Преподаватели института получили благодарности, заслуженные награды и почетные грамоты. Бесконечно счастлива, что я являюсь частью этого мероприятия. Я пришла на работу в 2015 году как старший преподаватель. До меня там работала Тимрезова Светлана Джагафаровна и работу поставила так, что продолжить это доброе дело было одно удовольствие. Поздравили юбиляров и сотрудники нашего телевидения ГТРК Карачаево-Черкесия. Радовали гостей в перерыве между выступлениями артисты Государственной филармонии. Это наша семья. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.